Честь Бигас Форевер! Сегодня мы приготовим обыкновенный классический Бигас вместе с вами, друзья. Сегодняшний Бигас у нас будет с говядины, которую предварительно я замочил в сухом красном вине. Часов 5 тому назад. Морковка, капуста. Немножко колбаски, квашеной капустки, приправы, чернослив, зелень, томатная паста немножко. Пока чернослив замочен, дочь чистит морковку и будет ее резать. Зелень тоже будет мелко порезана. И Сева у нас сосредоточенно режет его любимую колбаску, которую ему не дают кушать сейчас, а потом вместе с Бигасом режем мелко. Грибочки уже порезали. Итак, продолжение нашего веселого приготовления Бигаса. Итак, наши поварята начали с грибов. Они режут их на 4 долечки. Меньше не надо, чтобы чувствовалось, что ты кушаешь гриб. Йо-ху! Веселая команда в деле! Итак, режем чернослив на четвертинки. Слишком мелко не надо его резать, иначе вы его не найдете в Бигасе. Ребята, молодцы, морковку почистили. Сейчас будем морковку резать. Могут попадаться косточки. Аккуратно. Иногда. Смотрим внимательно, чтобы в Бигасе у нас никаких костей не оказалось. Иначе это будет не очень весело. Вот пришло время для морковки. Ее так много, потому что половина уйдет на супчик. Про него будет история в следующем видео. Ребятки, улыбнитесь на камеру. Ю-ху! Бигас! Бигас будет самым вкусным в мире! Ура! Ребята обжаривают грибы и говядину. Обжаривать нужно до того момента, как жидкость полностью испарится. Тогда наступит готовность этих продуктов. Аккуратно, ребята, не останавливаемся. Говядинка. Грибочки с колбаской. Ням-ням-ням. Итак, что у нас получилось? Замечательный бигус. В следующий раз я бы увеличил количество мяса, ну, раза в 3. Как говорится, мясом бигус не испортишь. Ну и квашеной капустки, наверное, все-таки лучше поменьше. Подойди, покажи, что получилось. Вкусняшечка. До новых встреч!